Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. В этом ролике мы хотим отвести это дерево на замену, потому что оно у нас не прирослось. Почему не прирослось? Потому что изначально какой-то умник пытался сформировать это дерево, и, как вы видите, ничего хорошего из этого не получилось. Я тут долго думал, почему из всех наших купленных посаженных деревьев вот это дерево почему-то не дает цветочков, листиков. Что вообще происходит? В этом году купили, несколько недель назад. Похожее дерево. Это дерево у нас идет декоративная яблоня Ола, а это роялити. Вот это прижилось, это нет. Сразу оно такое суховато уже было. Но нам сказали, что оно в земле, все нормализуется. Но ничего подобного. Отличие вот этого дерева и того, здесь меньше его трогали. Поближе идем, а то ветера там сейчас не слышно будет. А то говорят, вот почему микрофон не организовываете, плохо слышно. Организуем скоро микрофон, но пока его нету. Так, на этом дереве меньше его рубали. Так что не трогайте деревья, пока они не вырастут и будут большими. А потом тоже не трогайте деревья. И посмотрите здесь, если, смотрите, в чем фишка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Короче, 22. В районе, в общем, 25 срезов. Просто кто-то вот так вот, я не знаю, мачете брал и вот так вот рубал, что ли. Вот это все раны, раны, вон, смотрите. Еще и замазывали их. Замазывали, я не знаю, чем, вот. Какие-то замазки делали, вот. И потом хотят, чтобы дерево там росло. Вот там еще ниже даже есть, вот я не считал, вот. Вся фишка в том, что когда только дерево растет, вообще не надо его трогать. Даже если вам не нравится, что отсюда веточка растет, пусть сначала станет дерево сильным, большим. Не трогайте, пусть формируется. А потом, если уж вам вдруг так прям будет мешать, тогда уже там, я не знаю, срежете. И то нужно резать там, ну не знаю, в год одну веточку максимум. А вот эти деревья, чтобы сделать якобы их красивыми, да, вот тут наверху сформировать вот эту раскидистость, типа чего-то, чего-то. И они что делают? Осенью рубят все подряд. Этому дереву, ну там, 2-3 года, а уже, вон, сделали из него инвалида. Конечно, такие деревья будут засыхать. Что-то с ними явно будет не так. Вот здесь рубанули, тут рубанули, в общем... Кто вообще это придумал? Просто вот кто? Вот ему бы все нарубить вот со всех сторон. Руки, ноги, голову ему отрезать, блин. И потом сказать, ну давай, как-нибудь кушай. Одну задницу оставить ему только. И пусть живет дальше, блин. Дерево само знает, как ему нужно расти. Вот деревья у нас растут. Их никто не трогал, в принципе. Там почти ничего не затронуто. Посадили... 2-3 дня, буквально 2 дня, и все, и дерево сразу же листики дает, расцветает. Вон красивые деревья, вон красивые деревья. Вот здесь тоже, вот дерево. Вот здесь тоже можно посмотреть, что, видите, тут не трогали. Вот, нету рубленых, вот, ровненькое дерево. Вот, ровненькое, идет где-то мелкий там что-то. А в основном, вот, веточки все на месте, вот, растет, растет, растет. И смотрите, как растет. Здесь тоже. Тут тоже кто-то чуть-чуть старался, конечно, но все-таки вот ветки. Вот посмотрите, такое же, в принципе, дерево, но ветка на месте, ветка на месте. Вот все ветки, по ходу дела, вот они, вот, мы не трогаем, они все на месте. Вот какой рост, какие цветочки и листики. Там кто-то перестарался. Так что есть такие люди, которые пытаются сделать хорошо, а делают плохо. Так что мы что будем сейчас делать?
Я позвонил, где мы покупали это дерево. Купили мы по 2500 рублей. Нам его заменят. Мы поедем, возьмем такое же, но хорошее. Так. Сейчас мы его выкопаем. Поставим в этот же горшочек там. Я думаю, что у дерева осталось. Вот эта круглая часть должна остаться. Делаем чуть подальше и как раз посмотрим еще корни. Земля у нас тут мягкая. Вот. Горшочек вот этот на месте. Я даже не знаю, не буду смотреть, там корни нормальные, ненормальные, фиг его знает. Поставим обратно. Пусть вот это дерево инвалид себе оставят. Нам такое дерево не надо. Я бы, конечно, хотел покупать, чтобы вообще не трогали вот эти, чтобы все росло. Но, к сожалению, во всех питомниках такая мода, тенденция. Они все вот чеканутые. И других не найти. Поэтому из всего, что есть, пытаемся найти живые деревья. Так что, если покупаете, например, дерево, и у вас там их несколько, и вы должны, например, выбрать какое. Выбирайте, сейчас я буду так выбирать, не по красоте там, а надо смотреть, что, насколько много понарезали. Чем больше вот этих вот листиков, веточек на месте, берите это дерево. Если видите такое срубленное дерево, не надо его брать, ничего хорошего вот не получается, оно засыхает. Все, сейчас мы это в пакет и поехали, а потом покажем, что мы привезем на замену. Дерево мы отдали, возврат сделали. В общем, все, кранты этому дереву. Может быть, оно там будет жить, может быть, нет. Но мы посмотрели такие же деревья в питомнике, и они все там такие. В общем, похимичили, поиздевались там над деревьями, получили результат. Так что заменять мы его не стали, это дерево, потому что... Кроме того, что там не на что заменить, еще и цены поднялись в два раза. Мы брали это дерево по 2500, а сейчас только потому, что есть цветы, уже 4900. И вот, 6900. И 6900, да. Короче, есть. А замену не делают на такое же дерево, типа оно стоит 4900. В общем, спорить мы не стали, неохота с этим. У нас здесь... проблемы всегда. Вот люди не понимают, что мы на большие суммы денег, ну, взяли у них растения, мы потенциальные покупатели, постоянно будем приходить покупать, и нет, чтобы сказать, ну давайте мы вам другое дерево дадим и сверху еще какой-нибудь кустик подарим, а, извините, вот так получилось. Вообще плевать они там хотели на сервис, на обслуживание, на клиентов. Что-то там ходят, бегают, половина из этих консультантов не понимает. К нам вообще подошла девушка, которая ничего не знает. Просто подошла, я так понял, время провести, что типа вот с людьми работаю. Спрашиваешь, а что это за дерево? Не знаю. А что за куст? Не знаю. А это что? Не знаю. Это что? Не знаю. Мы уже, ладно, короче, не надо нам эти дерева. К нам скоро приедут 14... деревьев, хурма, орех, каштан, и нам нужно будет здесь это все дело рассаживать, и решили, что сюда посадим все-таки, наверное, хурму, потому что солнечное местечко, и зимой плоды красивые, да, и зимой будет красиво. А здесь у нас подобное дерево уже есть, приросло, все нормально, и это дерево не так сильно кромсали, оно выжило. Кстати, мы там посмотрели, все деревья, которые вот так вот много рубят, они не всходят у них. Они все какой-то застывшие. Так что это местечко у нас пока вот так вот остается. Закрываем его.
Сюда мы посадим хурму. Скоро к нам эти деревья приедут, будем показывать. Так что отметочку сделаем. Пока палка вместо дерева.